Именины роста и развития. Биткоин – первая цифровая валюта, созданная на основе блокчейн. Он появился 31 октября 2008 года как новая система электронных денег, которая полностью основана на принципе P2P без участия третьей стороны. За годы существования эта валюта получила немалую популярность. Сейчас ей пользуются более 3 миллионов человек по всему миру, а курс на биткоин составляет уже более 7 тысяч долларов. Таким образом, цена на эту валюту с начала 2017 года уже поднялась на 534%. Эксперты и аналитики прогнозируют, что это не последнее достижение именинника. В ближайшие 5-7 лет биткоином будут пользоваться до 200 миллионов человек, а его рыночная капитализация составит более 100 миллиардов долларов.